Во многих населенных пунктах страны закрываются избирательные участки. Сегодня в Украине впервые прошли местные выборы в более чем 200 территориальных громадах. Больше всего участков было открыто в Волынской и Днепропетровской областях, по 19 в каждой. Наблюдатели от общественной организации «Опора» сообщили, что голосование не обошлось без нарушений. В Донецкой и Киевской областях несколько участков начали работу с часовым опозданием. В Луганской области на одном из участков наблюдатели зафиксировали агитацию, а в Житомирской обнаружили несоответствие в бюллетенях. Также из-за возможного подкупа избирателей путем раздачи так называемых продуктовых наборов полиция открыла почти десяток уголовных производств. В общей сложности правоохранителям поступило около полусотни обращений по состоянию на 15.00. Официальные результаты голосования должны огласить до 8 ноября.